консервы куриные, мясо цыпленка калининградские, наверное, очень нравится тоже. Самый быстрый вкусный суп парю. Целый котелок, чтобы хватило. Сегодня буду есть и на завтра еще останется, думаю. Угу. Тулан, вот смотрите, вот это и есть, когда без поводка он. Уйди, вот это ж. Вот всегда под ногами, что-то нюхтит, блядь. Молодые еще лезут в этот. Кругом сытно. Поэтому вот такие будки и надо сделать. И на цепь посадить. А когда уж куда-нибудь идете, вот тогда отпускаете, вместе гуляет. А когда вот возле стола так крутится и жалобным лицом что-то нюхтит, блин. А, морда наглая, блин. У тебя тоже. Еда уже почти готова. Сейчас накормлю. Как остынет, накормлю. Ну вот. Короче, здесь я варю. Заодно начал там скамейку ставить. Ну, чтобы просто по утрам посидеть. По вечерам. Сейчас комаров нету. Вообще идеально так. Посидеть, на речку посмотреть. А когда листва выпадет, когда гуси начнут лететь, там тоже хорошо сидеть, наблюдаешь, стаи летают. Бывает там в лед можно стрелять, здесь утки тоже пролетают. Ну, для этого и старая была там уже, как сказать, берег ушел. Ладно, пускай варится. На два человека вполне достаточно. А я практически всегда один тут. Мне хватит. Сюда еще чурку перенесу, чтобы кружку поставить или еще. Нормально. Это пойдет вместо столика. Вообще класс. Жалко, ветра нету. А, то ладно. Ветра нету сегодня. Да?
Свежая заварка и чайник закипел. Сейчас нормально, где-то полчаса, примерно полчаса. Ничего меня отвлекать не будет. Я буду обедать, конкретно сейчас буду обедать. Фу, даже время не знаю, сколько уже. Так, 14 часов 38 минут по времени. 21 августа сегодня. Уже 3 примерно до 7 часов у меня еще есть время. Но там уже будем расслабляться, отдыхать. Затопим печку чуть-чуть. Думаю, все равно придется затопить. И буду отдыхать. Целый котелок. Вот это да, мощь. На такой котелок, думаю, две пачки супа надо. Одна пачка, ну, чуть-чуть маловато. Я так думаю. Сахарный песок у меня на улице. Сейчас попробую. Фу. Сэндвич соус вместо майонеза. Думаю, тоже нормально будет. Такие штучки в магните беру я всегда. Там продают. Вкусно. И этот соус. Да, соус. Он тоже такой привкус дает, очень вкусный. Одним словом, ребят, я не буду вас дразнить своей едой. Я сейчас буду обедать. И дальше будем снимать, что будет твориться здесь. Но в первую очередь сейчас уже все дела я заброшу и буду рыбачить. Хотя здесь надо с полом заняться, этими нарами. Есть какие-то мыслишки. Здесь небольшой, как сказать, перестановку сделать. Но не знаю, руку дойдут, не дойдут в этом походе. Надо потолок обшить. Но это не к спеху. Потолок можно и зимой. Вот. Главное сейчас пол, надо с полом что-то, там щель закрыть. Ладно, я обедаю. Вот сейчас уже лучше, молодец. Ну и без хлопка, без ничего. Вон он, бездельник наш. Вон. Вот так вот. Многие говорили, что не переплывет этот речку. Вон какие окушки я уже поймал вон. На хитрую снасть такую уловистую. Тулан погонял тут бурундуков, отдыхает. Я чай попил, тоже отдохнул. Ну вот так, в таком виде я всегда ничего не закрываю, пила валяется там. Ключ в машине, там ничего не прячем, потому что доверяем мы друг другу. Хотя на целый день ухожу, я вот так все оставляю, и пока никто не тащит друг у друга ничего. Было дело, конечно, в 90-е, это, ну, не будем вспоминать те года, сложные года, когда тоже было и кражи, и тащили то, что успевал друг у друга. Вот. Все дефицит был. А сейчас у всех все есть, в принципе. Зачем красть у кого-то? Зачем? Да? Если украдут, значит, им это надо. И все. Да, Тулан? Сытый, довольный, лежит, отдыхает. Миска полная еды у него, корма. Кашу сварил сейчас я.
Также пойдем закинем донки. Если миногу найдем. Очень сложно, трудно миногу найти. Да, Тлан? Пошли. Вперед. Вперед с музыкой. Вперед с музыкой. Ну, я, как и говорил, уже порыбачил. Там три окушка у меня в копилке уже. Крупнее, между прочим. Вон он. Какой большой. Вон, если ведро 10-литровое, вот поперек ложу и, ну, сантиметров 25, наверное, примерно. Еще две штуки, ну, план. Две штуки еще меньше. Так, сколько воды в лодке, блин? Можно с удочкой тут посидеть. Рогатина там. У людей тут рыбачили до нас. Также поплыл я вверх по течению на два поворота. Только там, если удастся найти миног и 6 донок у меня продольников. На живца, в принципе, тоже можно, но у меня крючки маленькие там. Да и рано чуть-чуть. Надо, когда уже похолодает, на живца хорошо налим берет. Да и щука. Ну, сейчас смотрю окушки. Уже движуха началась. Поэтому, возможно, если миногу найдем, завтра будет улов окуней. Я так думаю. Вот сюда можно также закинуть. Все равно здесь окунь сидит. Да и щучка может быть не крупная. Вот. Хорошо. Лодка идет. В принципе, против течения легко. Мелководье, смотрите, все. Можно везде вброд перейти. Везде. Кругом высохло. Остров в прошлый раз я показывал. В прошлом видео. А, это уже позапрошлом видео получается, наверное. Потому что тогда мы с ночевкой позапрошлом, а в прошлом видео без ночевки мы здесь были. Ну, здесь уже как бы течение держит, надо уже усилие толкать лодку. Деды, прадеды, раньше моторки не было, ничего не было. И так на охоту поднимались примерно 80-100 километров. Не обманываю, это так было. При мне еще даже 100 километров сосед поднимался. Несколько дней так поднимаются. И целый месяц там они живут, охотятся. Туланчик там наблюдает. Вот в таких местах хариус и живет. Он любит чистую, быструю реку. Каменистое дно, чтобы было. Ох, там он любит сидеть. Он там мелочь. Прям под корягой. Ну, эти ельцы
Смотрите, как тихо. Погода вообще штиль. Дождик начинался, перестал потом. Ладно, плывем. Если уклейки, а эти найду много, сюда тоже закину сегодня несколько донок. Спиннингом самую крупную щуку, вот именно я тут ловил. 72 сантиметра тоже было. Единственная щука на спиннинг мне попадалась, вот такая крупная. А остальные там 50, 60, 40. Всяко разные щуки попадают, но 72 вот где-то вон там чуть-чуть выше. Прям возле берега он взял. Бурундуки, блин, кругом. Вот опять собака дразнит. Тулан побежал за ним. Здесь каждый год переход лощей. Все время переход был. Что-то в этом году тишина. Но любят здесь переходить. Вот так. Ладно, ребят. Поплыл я дальше. Болтать я люблю в одиночку. Лак, туда. Пошли. Лак. Ну что, слабо? Свои слова обратно взять. Это к тем подписчикам обращаюсь, кто говорил, что Тулан не будет там переплывать речку, там еще что-то там. Гадости пишите. Вон. С полслова сейчас понимает и переходит. Пошли вперед. Тут озеро сейчас. Для интереса тоже посмотрим. Тут всегда утки бывают. Во. Давненько я тут не был. Такое вот коричневое озеро. Раньше тут косили, сено заготавливали. Сейчас половину озера проверим для интереса. Скоро охота, может, сегодня уже открыто. Сегодня 21-е, или какое число я сказал. Или 28-е откроют. Я даже путевку пока не взял. Вот так. Если интересует собак утки, он всегда так рядом ходит и поднимает уток. У меня Марта была такая. Сучка такая, Марта. Вот мы уток долбили с ней, блин. Там, когда озера с травами там. Он посередине шла и поднимала уток. А сейчас пока нету никого. Не увидел. Ладно, не буду пока выключаться. Интересно, вдруг поднимет. Кряку-то тут всегда жили и будут жить-то. Кормовая база для уток хорошая тут. Вот это да, это все заросло тоже. Просили природу снимать. Все, это природа. Не выключаюсь, ребята. И уток нету, как ни странно. Там болото. Вот на горе уже болото. Птица. Не, дальше не пойду. Тут, короче, здесь островок будет. И дальше еще озеро идет. Собака или утка там? Уже... Моя собака уже там, что ли? Когда он успел...
Да, там уже, оказывается, тулан. Я думал, там волны идут. Думал, утка там. Прям вдоль озера это хорошо идет. Четко прям. Но он любит этот. Он с первого года он любит возле воды. На второй избе все время он, как сказать, ищет там, выдры там нюхтит. И бобры там ходят, норки. Все время возле реки он. И вот здесь, между прочим, тоже возле озера пошел. А уток нету. Тишина. Странно. Сейчас такие кряквы должны быть. Я прошлое видео это показывал, выкладывал, когда с мультяшем поход-то был. Столько уток я там на озере видел в одном. Ладно, пускай бродит. Даже звать не стану. Пойдем обратно. Вот смотрите, как тучи идут. И тихая погода, совсем какая-то душная духота. А знали бы вы, сколько тут косачей, сколько я настрелял тут. О-о-о. Было дело, было, ребят, верьте, не верьте. Здесь черным-черно отсидят косачи. Стреляешь, падает, дальше идешь, дальше стреляешь. Вон какая елка пышная, нарядная. Вон. Вот это настоящая новогодняя елка. Смотрите, какая густая. Вот это да. Вот это елка действительно. Надеюсь, видно. Смотрите, здесь даже щелинок нет. Вот столько этих веточек. Прям вот новогодняя. Где-то 2 метра высотой. Шикарная елка. На Новый год. Вот это действительно надо запомнить и сюда приехать срубить. Прям пышная-пышная. Это уже не то. Вон. Здесь луга были, луга. В этом году, думаю, косачи тоже будут. Пятерки, косачи. Зимняя охота на мою здесь, в этом году, в этом нашем районе будет. Такой прогноз есть уже. Но точную информацию скажу в октябре. Там уже верняк будет. Мимо шиповника я никогда не прохожу. Это шиповник надо есть. Он в нем витамин С. Очень много. Вот тоже елка хорошая. Без денег я. Тулан, где утка-то? У меня Марта хорошая собака. На водоплавающая была. Вообще идеально. Работала. Послушная была, блин, во-первых. Послушная. И работала хорошо на водоплавающей. Очень боялась грома. Летом, когда на сенокосе гремела, он, блин, под коп налез, спрятался, спряталась. Смотрите. Смотрите, как картина. Чуть-чуть есть нюансы, но не сравнить с кем, конечно, но можно тоже. Вот отсюда, если вот так, если поставить вот так, поставить, украсить. Очень пышные елки здесь. Вот сюда и надо приехать. На Буране, на тот берег приехать, перейти речку. И лучшего варианта той елки не было. Вон там хорошие тоже. Прошлую, как сказать, прошлую зиму очень много искал. Мелочь играет. Самое сложное будет миногу найти. Очень мало их тут. Сюда
сюда две донки закину. Это один, потом второй. Может, ниже еще третий. И ниже. Так, ладно. Это от количества минок зависит. Сколько найдем там. А, туланчик. Пошли. Следы медведей, между прочим, пока нету. Ни разу еще не видел. А столько рябин рано или поздно они появятся. В других районах не может быть медведей, может и нету. А кормовая база хорошая, вот смотрите, везде эти рябины. И рано или поздно они подтянутся. Это было уже и, наверное, тоже в этом году будет. Так-с, ну что? Много ловишь, ловишь много, давай, да. А, ловись, скажи, много. Да, не густо, не густо, не густо и не пусто, густо и не пусто. Ну, вон один, не очень крупный, вон он, вон, пошло дело, одна щука уже есть.